Сегодня будем готовить песочный тортик с безе. Это очень вкусно. Муку я заранее просеяла. Добавляю сюда соду. Немного соли. И масло натираем на крупной терке. Количество продуктов я напишу в описании под видео. Теперь все нужно размять хорошо мелкую крошку. Соединить муку с маслом. Вот такая вот крошечка у нас получилась. Теперь делаю углубление. Добавляю желтки. И сметану. Все хорошо перемешиваем и заводим тесто. Вот такое у нас получилось тесто. Теперь делим его на три части. У нас будет три коржа. Каждый кусочек теста нужно замотать в пищевую пленку. Убираем в морозильную камеру где-то на час. Пока будем готовить белки. Я добавила немного соли. Взбиваю их до пышности. И теперь добавляю сахар понемногу. Взбиваем до полного растворения сахара. Опять добавляю сахар и все хорошо взбиваю. Вот так должны сбиться наши белки. Теперь нужно тесто натереть на крупной терке. Трите, как вам удобно. Можно сразу натирать на лист, застеленный пергаментной бумагой. Можно сначала на досточку, а потом уже добавлять сюда. Делаем вот такой ровненький прямоугольничек. Размер каждого коржа 33 на 28 сантиметров. И теперь сюда выдавливаю наши белки. Сначала вот так по кругу, немного отступая друг от друга, потому что они хорошо поднимутся. Этот корж я оставлю вот так, как есть, а на двух коржах середину я разровняю. Вот так. Ставлю в заранее разогретую духовку 170 градусов на 20 минут. Теперь взбиваем крем. Здесь у меня сливки 30%. Сливки у меня уже сладкие. Это специально для тортов. Поэтому я добавляю всего 2 столовые ложки с горкой сахарной пудры. Если у вас обычные сливки, добавляйте больше сахара. Вот такой вот пышный крем у нас получился. Теперь начинаем собирать наш тортик. Крем я выкладываю тоже в кондитерский мешок. И на первый слой обильно выдавливаю крем. Можно просто положить ложкой и размазать лопаточкой. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться. И также нажать на колокольчик оповещания, чтобы увидеть мои новые рецепты. Сверху аккуратно выкладываю второй корж. И опять наношу крем.
собрала все три коржа и разукрасила остатками крема. Очень вкусный тортик получился. Хрустящее безе с кремом. Это очень вкусно. Вот такой он выглядит в разрезе. Всем приятного аппетита. Спасибо, что вы заглянули ко мне на кухню. Жду вас в следующем видео. Не забудьте поделиться этим рецептом со своими друзьями и знакомыми.